Так, Юпитер. 25 июля 2021 год. Харьков, 2:20 по Киеву. Харькове. Справа сейчас прячется спутник Ио. Дальше со штрих-кодом экваториальных полос идет Юпитер. Потом спутник Ганимед, Европа и Каллисто мы, наверное, не увидим. Начинал я дубли с полной Луны сегодня. Начинал с Сатурна. Думаю, справедливо начать хотя бы один дублик с Юпитера. Смотри, вообще параллельно Земле шпарит. Параллельно горизонту. Сейчас, может, увидим Каллисто. Хотя, наверное, на экране у вас будет тусклее, чем у меня тут в окуляре. О, в окуляре вижу, появился в левом верхнем углу Каллисто. Ну, бог с ним. Каллисто, сейчас попробую. Резкость получше сделать. Ну, наверное, так. 615 миллионов километров до Юпитера. Ой-ой-ой, какие тучки с запада идут нехорошие. Ну. Учитывая, что это четвертый дубль, меня это уже не сильно беспокоит. Так, выдержку сейчас уменьшу. Полосы, по-моему, видны так лучше намного. Что-то высоко я тебя забрал, да? Вот так. Ох, блин, мне классно видно. В окуляре полосы. Да, большого красного пятна я так и не вижу. Куда ты делась? Хотя, по-моему, вот ниже на полосе какое-то клякса какая-то есть. Вообще супер. Не знаю, я в восторге. Ладно, поехали к Сатурну. Через Луну. Оптика нам позволяет совершать такие путешествия в течение нескольких секунд. Так, уменьшаю выдержку. Сейчас снимаю на ISO 125. На минимальном. Ох, ну дам несколько секунд посмотреть на полнокадровую луну.
Потом сделаю вот так. Красотулька наша. О, опять этот квадратный кратер. То что ж такое прямо. Второй дубль подряд на него напарываюсь. Так, а ну сейчас выдержку уменьшил. Выдержку увеличил. Где там? А, вот Аристарх. Слева в полосу. О, птичка летит по луне. Классно, да? Абсолютная иллюзия. Что где-то в лунной атмосфере, имеющей один атом газа на квадрат, на кубический километр, летит какое-то пернатое. Так. О, ну давай, наверное, даже там пускай. Да, ну, не идеально чистое небо. Дымка это ощутимо сильно. Но все равно красиво. Поехали на Сатурн. Полюбуемся такими, конечно, настройками. У него еще глаз нужна. Ну вот вроде попал. До Луны 371 тысяча километров, до Сатурна 1 миллиард 338 миллионов километров сейчас. Куда ж ты прячешься? Ты посмотри. Никак не получается это немножечко тебя заставить. Из кадра не выпадать. Вот так, пожалуй. Ой, какие облака жуткие, жуткие, жуткие. Прям надо мной уже сейчас. Сейчас я смотрю четко на юг. Там еще дымка и дымка, бог с ней, да? Прямо надо мной уже облака. Сплошным одеялом.
окутывают небосвод. Абсолютный штиль. Не шелохнулся. Не травинка. Так что все колебания в кадре — это моя личная криворукость. Так, ну давай, он уже линия терминатора довольно четко образовывается. И свет. Пускай она сама вползает, а я буду ее с удовольствием рассматривать. Вот тебе кратер, вот тебе пиптик. Место, где в центре рухнуло небесное тело на нашу Луну. Сейчас вползет. Вползла. Ух, там хорошо кратерами так испещрена. Давай я, наверное, еще выше задеру. Вот так сделаю. Пройдемся по всей линии, где тень наступает на полную Луну. Шикарненько. А вон кратер в кратере. Как раз на самом краю. На самом краю Земли, на самом краю Луны. Вообще здорово. Ладушки, пойду я там все выкладывать и посмотрим, как нам повернется. Какой стороной матушка природа, может быть, и получится утречком. О, еще одна птичка прямо возле кратера Платон упорхнула. Не возле, конечно, на фоне кратера. А то это сейчас наговорю. Нет никаких сил выключить камеру, ты представляешь? И опять птичка. Ну это же прекрасно, по-моему, да? Смотри, какой шикарный видос. Парит. Улетела. Этот ролик уже идет всю ночь, по-моему. Ладно, ребят, давай, наверное, на этом заканчивать.
Уже придется на два ролика это разбивать. 2:35 по Киеву в Харькове. 25 июля 2021 года.